Привет, друзья мои. Увидела такую прелесть. Солнышко, пробивающееся сквозь туман, который еще не весь испарился. Ночью был вообще очень густой туман. Я даже видео записала. А сейчас вот посмотрите, какая прелесть, какие вот прямо струи, потоки солнца проходят через туман и оставляют на газоне такие вот пятна солнечные, даже не зайчики, а целые слоны. В общем, очень-очень романтически. Посмотрите, капельки на листьях подсолнуха и вот на герани. День уже в самом, вернее, утро в самом разгаре, и день на подходе. Анютины глазки, фиалочки. Ну, вот это вот явление такого солнца, прям сноп солнечных лучей, который виден только если вот именно туман есть, а это не такое частое явление. Мне очень это понравилось и впечатлило. И я решила с вами этим поделиться, этой красотой, и пожелать всем хорошего настроения, удачной осени, и, понятно, следом за ней зимы. Пусть идут холода, пусть и природа, конечно, увядает, но это увядание временное, и потом пройдет и холод, пройдет и ненастье, и морозы, и слякоть, дожди. И снова природа расцветет, снова будут новые цветы, и новая трава, и новые листья. Жизнь продолжается, и даже в период увядания, даже в какие-то наши периоды уныния, его не избежать никому, какими бы позитивными призывами, лозунгами нас не пичкали. В любые периоды каких-то спадов, возможно, настроения, вдохновения, желаний, все равно нужно искать, нужно замечать вокруг себя такие позитивные моменты и почаще перезагружаться. А перезагружаться я всегда призываю, и сама этим успешно пользуюсь, всегда лучше на природе. Природа истинная, природа искренняя, настоящая. Ну и с хорошими людьми, которые тоже близки к природе, они тоже искренние, настоящие, вот, и с ними всегда легче и позитивнее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если нравится видео, и надеюсь, мы с вами скоро встретимся. До новых встреч, пока. Всего самого доброго.